Привет, я Нокс. Сегодня идет дождь, а я наконец добралась до прочитанного. Сегодня будет большой объем книг, поэтому я поделю их на две части. Всего у меня получилось порядка 12 книг. Это за период с мая по июль. Ну, в принципе, неплохо, потому что очень многие книги довольно объемные. Многие мне приходилось слушать параллельно с аудиокнигами, поэтому я считаю, что я так поднапряглась, и свой книжный вызов, который никому не интересен, и мне уже тоже, возможно, я все-таки подтяну и хотя бы там половину выполню. Вот, со мной сегодня холодный зеленый чай. Хотя бы погода, конечно, шепчет нечто погорячее. Ну, начнем. Начну я с книги Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения». Ее я прочитала только-только, но очень хочется про нее рассказать, потому что еще очень свежие воспоминания. Что касается этой книги, я не скажу, что она мне прям ой-ой-ой как понравилась, но я ее прочитала быстро. Было довольно захватывающе, но как по тексту у меня есть претензии. Да, у меня есть претензии к писателям. Вот. Текст довольно сумбурный, изобилие информации. Здесь очень важные примечания, которые есть. То есть, так как сносок нету, то есть ты должен был догадаться, что они есть в конце книги. Обязательно туда посмотреть, иначе ты иногда теряешь нить повествования. Текст написан кусками. Насколько я знаю, оба автора писали в свободное время. Часть какую-то писал один, часть писал другой. Потом кто-то из них редактировал. Не помню уже кто, если честно, не очень интересно. Вот, есть фильм, я начала смотреть, но пока застряла на первой серии, потому что, во-первых, очень близко к тексту, во-вторых, ну, сама книга, она довольно детская. То есть это, если взять идею, это старинная библейская история о пришествии сатаны. Вот, и она скорее будет интересна для подростков, то есть такая несколько подростковая, то есть там не будет вам много кровавых частей тела, пару раз, может быть, это мелькнет. Ну, то есть такая интерпретация Библии для детей. Что здесь происходит? Есть два ангела, один белый, другой черный, соответственно. Азрафаэль белый, Кроули черный, не знаю, почему такие имена выбраны, но это довольно забавно, они вот как раз на обложке из киноверсии. Вот, причем в киноверсии мне ангелы не очень понравились, я, естественно, их представляла по-другому, потому что я читала сначала. Вот, и два ангела, они посланы на землю в качестве наблюдателя, один, естественно, все портит, другой все пытается улучшить, и им поручают наблюдение за ребенком сатаны. То есть его ребенка сатаны отправляют вместе к Роули к старым монахиням в какой-то там типа монастырчика, где рожают две женщины. Им, точнее, должна рожать одна, случайно попадает вторая, им нужно будет подменить, и они подменяют не тому. И вот ребенок растет в маленьком городке, который как бы куполом покрыт, как бы сказал Стивен Кинг, и так происходят чудные вещи. А вот, ну, как я поняла, что здесь показано взросление ребенка, принятие серьезного решения, выбор между добром и злом, и в конце появляется сатана, не сатана, в общем, и такой пример апокалипсиса, какой он мог бы быть. Ну, из-за неровного повествования, из-за периодического моего отвлечения от нити канвы, потому что здесь очень много героев, которые по факту, конечно, выполняют какую-то роль, но очень часто кажется, что их много, слишком много, и они какие-то все деревянные, не совсем к месту. Поэтому я не могу сказать, что эти авторы написали книгу для меня. Это, скорее всего, для детей. Может быть, в 15 лет я бы не заметила эти несостыковки, мне было интересно, но пока вот нет. Вот. Ну, посмотрю еще сериал. Просто мне будет интересно сравнить книгу и сериал. Потом, конечно, расскажу о своих впечатлениях. Но пока, скажем так, я не сильно в восторге. Хотя многие мне нахваливали сериал, многие говорят, что книга интересная. Я, видимо, не совсем категория читателей и зрителей для этого романа и этой книги.
дальше, так я иду, наверное, назад. Я прочитала вот такую небольшую книжку. «Мама, у меня будет книга под руководством Майи Кучерской и Марии Степновой». Как пишут в предисловии, здесь студенты и студенты же вроде. Ну да, эти два автора преподаватели, то есть они попросили своих студентов написать для этой книги небольшие эссе по жанрам литературы. То есть здесь есть детектив, фантастика, антиутопия, фэнтези, магический реализм, ужасы, эротика, юмор и кросс-жанр, который как бы объединяет все эти жанры, потому что сейчас как таковой литературы чисто в одном жанре нету. Очень часто здесь переплетаются жанры. 100 раз еще надо жанры сказать, да. Для литературного обзорного критика или блогера это очень интересное явление, когда ты повторяешь одно и то же 500 раз. А вот, ну, я начала как-то не сначала, прочитала все, благо здесь книжка довольно-таки, скажем так, мало информации, так все по существу, есть вот такие вот штуки для заметок, кое-где просто список литературы для рекомендованного жанра, и есть какие-то задания для того, чтобы вы попытались, вы читатели или те, кто хочет стать писателем, попытались реализовать себя в интересующем вас жанре. Вот. Ну, например, как? Как же стоит пугать читателя? Ну, это, естественно, о жанре ужасов. Выбрать страх. Страх всего липкого, хлюпающего, страх крови, физического насилия, страх насекомых, страх замкнутого пространства, страх встретить двойника, страх перед куколами, роботами, зомби, вещами, которые не совсем люди, страх бюрократии, страх техногенных катастроф. Вот. Ну и самых, это самые ходовые страхи и фобии. Ну и вам нужно будет, например, написать в предложенном, выбрать из этих страхов, написать какой-нибудь рассказик. Ну, вот. Выбрать какого-то героя, нарисовать. Ну и список рекомендованной литературы, чтобы вы могли почитать и, так сказать, усовершенствоваться. В принципе, книга довольно-таки полезная, но для учебника литература написания, литература и написание творчества, я нашла 2 опечатки. Ну, это я только 2 заметила. Ну, как бы, как говорят, фейспал, если правильно употребляю это дурацкое слово. А вот. Ну, для начинающих будет очень интересно. Здесь есть ценные замечания, то есть подробно разобранные перечисленные жанры. И, кстати, здесь вот есть еще пара книг, которые выпустили в этой серии. «Не проблема, а сюжет для книги. Как научиться писать и этим изменить свою жизнь». Я тоже хочу сказать, от идеи до злодея учимся создавать историю вместе с Pixar. Это я не знаю, но, может быть, закажу, потому что тема создания злодея тоже интересна. И как говорят, что многие блогеры, которых я смотрю, что интереснее всего, когда вам не просто описали злодея, что у него там большие клыки и коса с собой, он ее носит, да, или бита, как во многих американских ужастиках, любит с битой разгуливать, в «Сиянии», например, как я недавно смотрел. А вот. Но вы можете описать словами так человек, что вам просто будет он неприятен. Вот. Так что, может, кому-то будет полезно. Я себе эту книжечку оставлю, буду так периодически переглядывать, тем более есть идея написать. А вот, еще один мой, так сказать, интересующий меня автор, как я всегда говорю, вот он такой симпатичный, как оказывается, Максим Шатам, «Обещание тьмы». А вот, что здесь происходит? В общем, убивают одну женщину, которая занималась, так сказать, легкой профессией, древней. Вот, и один сыщик начинает все это расследовать. Есть свидетель, а он, кстати, свидетелем становится этого убийства. Вот. Ну и опять же, тут вампиры, скинхеды, секты, подземелья, тоннели. Много говорится о политике. И что же, кто же здесь победит? И что ждет мировую душу, как здесь написано в аннотации? Честно говоря, мне очень трудно про эту книгу говорить, потому что она тоже
переизбыточно насыщенной информации, и ее было просто трудно читать. Например, вот про главного героя. Его очень часто называют он, и ты к середине книги начинаешь забывать, как его зовут. Еще в студенческие годы он начал относиться к людям как к остановившемуся в развитии биологическому виду. Хорошие манеры, политкорректность, фальшивые отношения, пацифизм, верность, брак, религию. Все это он отмел раз и навсегда. То есть такой нормальный, такой брутальный мужик. Он был очень талантлив. Большинство его не понимало, меньшинство боготворило. Говорил он только то, что думал, и молчал, если не считал нужным говорить. Если девушка ему нравилась, он немедленно добивался от нее, чего хотел, даже если встречался в тот момент с кем-то еще. То есть он еще и бабник. Брэди утверждал, что глагол «любить» существует только во множественном числе. Он был убежденным атеистом и флегматиком, шел вперед, пока не достигал цели. Ну, вот это я не знаю, каким образом вообще характеризует человек, но атеист и флегматик. Флегматик – это, наоборот, тот, кто лежит и ничего не делает. Ну, возможно, автор считает иначе. Он считал, что агрессивность – это клапан, через который общество сбрасывает напряжение. Человечество не может существовать без некоторой дозы насилия. Именно оно помогает выяснить, кому на какой ступени стоять. Вот так, категорично. Ручное домашнее насилие, которое питается мелочами, вроде унижения подчиненного. Брэди всегда находился в эпицентре страстей, с интересом наблюдал за человеческой комедией. Он полюбил театральные курсы и качал обаяние и способность убеждать так же, как другие качают мышцы. Он смеялся над дилетантами и стремился достигнуть уровня талантливых людей, которых изредка встречал. Поначалу он всегда проигрывал в поединке с тем, кто умел играть чувствами. Так случилось с его первой большой любовью – женщиной, о которой никогда нельзя было сказать, искренна она или нет. Это покорило Брэди, и на несколько месяцев стал ее верным рабом. Потом ей надоело притворяться, увидев, какова она на самом деле, он бросил ее. Ну, то есть, вот как раз это даже не скорее описание, а перечисление регалий и достоинств персонажа. Это, то есть, не так уж очень интересно. Ну, и опять же, это такой категоричный, брутальный, отстраненный от всего мира герой, одиночка, который бросается и спасает всю планету. Но, по крайней мере, это лучше, чем многие вот эти мистические сериалы, которые пишут «Я так читаю». Здесь есть интересные теории, опять же, с политической и социальной точки зрения рассматриваются вопросы, но вот исполнение, как всегда, как его, с его пауками, ты немножко устаешь к концу книги, думаешь, блин, уже скоро она там закончится. И, кстати, закончилась она, скажем так, ну вот, обрезали, и она чуть-чуть подвисла, скажем так. Ну, может быть, вам будет интересно. Вот, я тут немножко написала сценарий, естественно, нифига этому не следуем. Опять же, вернемся к Валентину Распутину, повесть. Здесь три повести, «Последний срок», «Пожар» и «Прощание с матерой». Наверное, всем больше всего известно «Прощание с матерой». Это рассказ о деревне, которую будут заливать. Это последние дни жителей, которые должны переехать в новое светлое будущее. И вот здесь и ностальгия, и отношения между людьми, как люди боятся бросить то, к чему они привыкли, как они хотят вернуться к истокам, остаться там, где есть, потому что уцепились корнями в почву и так далее. То есть я не хочу об этом рассказать. Об этой повести говорить, потому что она изучается в школе. Вот две другие, «Последний срок» и «Пожары», они даже меня впечатлили гораздо больше. «Пожары» — это происшествие в деревне, когда горели склады, люди пытались кто спасти, кто своровать что-то. Это же вот такая ситуация непредвиденная, критическая, и как себя ведут люди, это очень интересно наблюдать. Она такая маленькая. Маленький рассказик, он легко читается и быстро. «Последний срок» — это о женщине, которая вот-вот умрет, и она захотела увидеть своих детей, и вот она их пытается собрать. Они все приезжают, а мать никак-никак не умирает. И тут они вроде бы и ждали, вроде бы и возвращаться к нормальной жизни надо, тут и вроде мать не бросишь, там один сын бухает, кто-то там идет гуляет, собирает землянику, кто что, в общем... Тоже такой балансирующий
сюжет. Ну, в общем, очень интересно читать. Я давно уже сказала, что я заношу этого автора в разряд любимых за то, что чудесный язык, он такой немного тяжеловесный, немножечко перегруженный, может быть, для многих покажется старинными словами, выражениями. Все-таки это люди пожилые, они много видели, и плюс та действительность отличается от той, что сейчас многое изменилось, и мы многое не понимаем. Но, тем не менее, это чудная, чудная литература, я очень рекомендую ее прочитать. Я бы даже не отнесла, скажем, Валентина Распутина к тому жанру деревенской советской прозы. Это, скорее, даже такая возрастная, психологичная литература, и, мне кажется, ее стоит читать. В общем, очень рекомендую. Да, кстати, тоже желтенькая, и тоже вот с таким пером книжечка, как все совпало. А вот, что еще, если идти по моему, так сказать, сценарию. Вот, я дочитала книжечку «Семья Вурдалака. Мистические истории». Здесь собраны истории 19-20 веков. Есть рассказ Бестужева-Марлинского, Сомова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого и Куприна. То есть, ну, если Гоголя, допустим, многие считали, то, например, Тургенева «Призраки» или Федора Достоевского «Бобок», или Толстого «Семья Вурдалака», или там Куприна «Звезда Соломона» не так известны, не так интересны. Ну, опять же, Бестужев-Марлинский мало кому известен, хотя неплохо писал. У меня дома есть сборничек рассказов, я так почитывала. Они в основном военные, конечно, рассказы, но было интересно. Ну и здесь вы погружаетесь в то время, в мир Гоголя. То есть это чудесные миры, мистика, чего боялись. Боялись смерти всегда, боялись ведьм. Боялись вурдалаков, тоже такая интересная история. Или вот «Звезда Соломона», это про призрака, который пытался из человека украсть душу, вот, и тем самым оживить себя. В общем, это гораздо интереснее мне было читать, чем некоторые современные мистические. Вот я недавно там читала про какой-то институт, даже уже не могу вспомнить название, настолько это было плохо. Но вот этот вот сборничек я рекомендую, он очень клевый и читается довольно быстро, в метро вообще классно. Вот. На этом, наверное, первую часть я прекращу, потому что и так уже 17 минут, и будет очень долго смотреть. Так что до встречи во второй части. Вам хороших книг. И, ну, лето, блин, такое лето. Мы пытаемся украсть хотя бы часть. Я желаю хороших солнечных дней и всяких разных приключений. Пока-пока.